Здравствуйте. Приобрел я на сайте AliExpress вот такую вот машинку. Она без аккумулятора сейчас. Называется Baurun P3. Машинка стрижет нормально. Ни хорошо, ни плохо. Я постриг. Минут за 20 я постриг свою пуделиху. В принципе, этим я доволен. Но когда я ее получал, вот такой вот комплект был. Аккумулятор был вставлен в машинку. Вот эта ниша была пуста. На сайте товара указано, что аккумулятор, один встроенный аккумулятор должен быть, один запасной. Я указал это в споре. Я открыл спор, указал это в споре и указал сумму возврата не полностью, а $10. Так как я нашел отдельно продаются на этих машинке аккумуляторы. И стоят они $10. Я указал это. Открыл спор на эту сумму. И я выиграл спор. Но дальше было лучше. Я когда постриг собаку, так как она немножко больная, там у нее что-то с кожей, я взял губку, намочил ее белизной, выдавил хорошенько и влажный просто протер. И потом туалетной бумагой вытер насухо. Ну и то же самое с аккумулятором. Я так протер и вытер насухо быстро. И жена говорит: смотри, там тебе лампочка горит. А он не был не вставлен и не заряжался. Думаю, ну что он горит-то, надо посмотреть. Может, вода попала. Я его вскрыл. И что я увидел? Если видно, здесь фотокусируется. Не получается сфотокусироваться, да? А, здесь нет фокуса на селфи-камере. Никель-кадмиевые аккумуляторы. А указано на сайте товара литий-ионные аккумуляторы. Получается, я уже один спор открыл, потому что не было аккумулятора. Второй спор, я, наверное, это уже смысла нету. И нет возможности открывать. Да и так уже $10 я выиграл у продавца. Но хотел донести до вас, потому что я читаю отзывы. Но я один из таких, что, которые, когда мне нравится товар, я пишу нормальные отзывы, и что продавец молодец и все такое, и там товар хороший. Ну, в принципе, стрижет она нормально. Но два уже обмана. Это то, что аккумулятора нет запасного, и аккумулятор не литий-ионный, а никель-кадмиевый. Это обычные пальчиковые батарейки, только аккумулятор. Я когда еще купил его, меня напрягло, в инструкции написано, когда заряжается, горит красная лампочка, и она не меняет цвет. Я думаю, ну как, литий-ионный аккумулятор, и нет контроля разряда батареи, который бы информировал, когда батарея заряжена. Ну такого же не может быть, в принципе, не очень понимаю в электротехнике. Теперь я понимаю, почему она не меняет цвет. Потому что это никель-кадмиевый аккумулятор. Здесь на плате, в принципе, нет ни контроллера, ни балансировки, ничего. Это на литий-ионных ставят, например, в пауэрбанке, там контроллер, и даже самый дешевый, я купил там самый дешевый там пауэрбанк, то есть сделай сам такие, которые вставляешь сам аккумулятор туда. Там есть защита перезарядки и контроллер, все там есть. И он стоит 25 гривен. На AliExpress. А здесь нету ничего. То есть этим-то и хуже этот аккумулятор. Почему они указывают литий-ионный, а не никель-кадмий? Потому что у него есть память. Он, если вы не зарядите правильно, то он теряет емкость, и в следующий раз уже его не хватит. Ну, не в следующий раз, а через 5-6 зарядов таких вам уже его не хватит, чтобы постричь вашу собаку. Если вам сейчас его хватает, пока он новый, вам потом уже не хватит, вам уже два раза надо будет заряжать, пока дострижете своего пуделя. Так что вот такая вот, прежде чем покупать этот товар, теперь думайте.
Если вы уже купили этот товар, если вы хотите, ну, вы такой человек, что можете там, как некоторые говорят, да ладно, это, зачем мне это скандалы, но вас обманули, так нельзя, вас же обманули, вас намеренно дезинформировали. Я открыл спор, не было аккумулятора, я еще и узнал, что аккумулятор не литий-ионный. Дело в том, что уже этот, на сайте товара указано, что товар уже недоступен. То есть написано, к сожалению, этот товар теперь недоступен. Даже я напишу спор, теперь уже никто его читать не будет, потому что его уже нет в продаже. Если я предупрежу. Потому это я сначала не хотел это видео снимать, думаю, ну теперь выложу. Когда вы будете покупать такую или подобную, и там написано литий-ионный аккумулятор, вы задумайтесь, а так ли это на самом деле? Потому что это, если вы на это будете обращать внимание, и будете покупать, потому что там литий-ионный аккумулятор, я вас разочарую, там не литий-ионный аккумулятор. Так не телекадмиевый. Во-первых, ну, конечно, если вы знаете, что там некий кадмий, и ты смирились там, потому что, да ладно, цена там сколько там, $13, да ладно, уже с этим как-нибудь смирились. Но если вы хотите купить с литий-ионным аккумулятором, поэтому покупаете эту машинку, то я вас, то думаю, смотрите внимательно, когда, ну, некоторые люди, я каждую свою посылку распаковываю на видеокамеру. Теперь видите как, ну, распаковать надо и еще и открыть. Там есть клипсочки, так надо отжимать аккуратно, потому что я уже одну сломал. Неаккуратно. И посмотреть, тоже на видеокамеру показать, что это не литий-ионный аккумулятор. Это никель-кадмиевый. Это обман. Так нельзя делать. Дело в том, что их, я не знаю, этого формата 2А литий-ионных аккумуляторов я не встречал на... Ну, тут 1,2 вольта, если поставить сюда другие, как оно будет работать? 3 вольта. Рассчитано на 3 вольта. Полтора... Я не знаю, есть ли литий-ионные аккумуляторы 2А пальчиковые на 1,5 вольта. Хотя надо смотреть по... Я не знаю, как она разбирается, смотреть на электродвигатель, что на нем написано, насколько он рассчитан, смотреть маркировку. Ну вот с такой я целью выложу это видео, чтобы вы задумались при покупке этого, я не знаю, как назвать это еще видео, когда я буду его вылаживать, не покупайте, там, смотрите осторожно, нас обманывают или еще что-то. Ну... В общем, если вы досмотрели до этого конца, то вы, наверное, задумывались уже. И это хорошо. Мозги, они для того и нужны, чтобы ими думать. Я, правда, не всегда ими пользуюсь, но стараюсь, насколько это возможно. Все, спасибо большое за внимание. До свидания.